Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Мегуста404, и это подкаст номер 2. Сейчас со мной в скайпе мой друг Вадим, но ничего, не обращайте внимания. Как вы видите, у меня стало меньше файлов, чем в прошлом подкасте, номер 1. Это из-за того, что мне пришлось переустанавливать мой комп, и все мои файлы просто вот... удаленных приложениях, могу даже сейчас показать вот все мои файлы, ну все игры, там все такое, там Dota, Saints Row и так далее. Вот некоторые остались, например, Мегахак Накопатель онлайн, Стримкрафт остался, Бандикам я переустанавливал, GTA-шка осталась, но она совсем не работает, вот видите. Потом Касперский я переустанавливал, да. И вот еще вот эти два чита. Потом Skype я еще переустанавливал. Origin. Battlefield 4, я думаю, поставлю на ночь на закачку. Ну, будущее нашего канала. Я думаю, копателя будет меньше. Майнкрафта, думаю, вообще прям мало будет. Зато больше мы будем снимать Team Fortress 2. Мини-игры Team Fortress 2. Например, сейчас у меня загружается карта... Ну, игра, мини-игра Dodgeball, сейчас я ее буду снимать вместе с Вадимом. Вы еще не знаете, мой друг Вадим с Артемом уезжают в Германию. И, ну, их не будет достаточно нормальное время. Ну, нормальное время их не будет. Так что придется пока без них мне одному поиграть. Ну, а как они вернутся, то будет веселее с ними. Что еще хотелось бы сказать? Да, я вот записывал 3 части. Казалось, что меня не было слышно, я их все удалил. Еще какая-то у меня такая фигня, видите, значки какие-то такие. Вот все потемнее вроде бы. Из-за этого у меня на видео будет... фигня одна. Ну... ладно, это был подкаст номер 2. Я надеюсь, что вы узнали информацию, ну, ценную информацию. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Всем удачи, всем пока.